Депутаты Народного собрания приняли отставку спикера парламента. Сам Хизриших Саидов на сессии не присутствовал. Открыл и вел заседание первый заместитель председателя дагестанского парламента Сагид Ахмед Ахмедов. За принятие постановления проголосовали 64 депутата, против – двое. Один воздержался, и четверо не голосовали. Сегодня перед началом утром 9 часов Азон Хизришевич попросил вот те же слова благодарности. Они относятся к каждому депутату, я говорю, большим уважением отношусь ко всем. Напомню, что ранее спикер парламента Хизриших Саидов подал заявление с просьбой освободить его от должности в связи с выходом на пенсию. Хизриших Саидов проработал в структуре более 8 лет.